Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск «Разговора о медицине». Тема сегодняшней программы – жировой гепатоз. Сегодня в студии Варганова Дарья Леонидовна, это главный гастроэнтеролог Ульяновской области. Здравствуйте, Дарья Леонидовна. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые зрители. Дарья Леонидовна, ну, у нас тема называется жировой гепатоз, или по-другому жировая дистрофия печени, да? По-другому. Вот в разных источниках фигурируют разные цифры заболевших жировым гепатозом. Вот какова статистика заболеваемости, вот, скажем, там, в Ульяновской области и в целом по России у нас именно вот этим диагнозом? Дело в том, что абсолютно четких эпидемиологических цифр нет, но проводилось несколько больших масштабных исследований на территории Российской Федерации. Первый был в 2007 году, второй с 2013 по 2015. И вот в 2007 году на территории Российской Федерации из 30 тысяч обследованных человек 27% имели жировой гепатоз. Или иначе неалкогольная жировая болезнь печени, как она называлась тогда. То есть, по сути дела, каждый третий, да? Получается. Да, но в 2015 году количество уже было 37%, то есть увеличилось на 10%. И по данным, в принципе, ученых, считается, что и в 2025 где-то приблизительно уже будет составлять около 50%. То есть это цифры очень большие. Практически каждый второй будет страдать неалкогольной жировой болезнью печени. С чем это связано прежде всего? Ну, прежде всего это связано с эпидемией ожирения. И изменением образа жизни, который мы сейчас наблюдаем повсеместно, то, что большая часть все-таки торопится и ест на бегу, и мы видим огромное количество заведений быстрого питания, фастфудов и так далее, что, естественно, способствует не очень разумному питанию и изменению и массы тела, и изменению обменных процессов. Ну, то есть, вот, Дарья Леонидовна, мы начали уже говорить о факторах риска, которые приводят именно непосредственно к жировому гепатозу. Но среди них вот есть тоже и алкоголь, наверное, да, и низкая двигательная активность, да? Вы согласитесь с этим? Если мы будем говорить про жировую болезнь печени, в принципе, то на сегодняшний момент, вот в этом году, с конца прошлого года наша Российская гастроэнтерологическая ассоциация пересматривает, в принципе, нозологию жировой болезни печени. На сегодняшний момент она, вероятнее всего, будет называться стеатозная болезнь печени. То есть с латинского это перевод «есть жир». Но это не всегда приятно слуху слышать «жировая болезнь печени». И человек сразу начинает думать, ну что же у меня такое выраженное ожирение, почему у меня жирная печень? И как раз в эту стеатозную болезнь печени по новой классификации входит неалкогольная болезнь печени и алкогольная болезнь печени. И, кроме того, поражение другими веществами, такими как лекарственные препараты. Потому что ряд лекарственных препаратов тоже может вызывать жировую дистрофию печени. И поэтому и алкоголь, и питание, в принципе, и наш образ жизни все может вносить вклад в развитие жировой болезни печени. Жировая болезнь печени или жировой гепатоз не всегда отмечается только у полных людей. Очень большое количество худых людей, которые тоже страдают неалкогольной жировой болезнью печени или стеатозом печени. Кроме того, изменение массы тела, прибавка, либо наоборот похудание тоже может вести к дистрофии печени. То есть не всегда жировая болезнь печени – это знак равенства с ожирением. Человек может иметь абсолютно нормальную массу тела, но у него может быть жировой гепатоз. То есть индекс массы тела в норме? Индекс массы тела в норме. Но, опять же, наверное, это немножко не моя тема, потому что, когда мы говорим об индексе массы тела на сегодняшний момент, мы берем просто вес человека и его рост. Мы не высчитываем количество жира и количество мышечной ткани. А если мы более пристально, с индивидуальным подходом будем подходить к пациенту, как, в принципе, это и должно быть, потому что индекс массы тела – это то, что рутинно может определить каждый из нас, чтобы для себя определиться. Я в норме, у меня дефицит или у меня избыток. Доктор все-таки старается выяснить, нет ли дефицита мышечной массы. Потому что на сегодняшний момент огромное количество исследований говорят о том, что мышечная ткань, в принципе, она практически как отдельная система. Она генерирует те вещества, которые как раз помогают бороться с жировой дистрофией печени.
Ну, это, наверное, чуть дальше, как раз об образе жизни, к тому, что все-таки гиподинамия, прежде всего, это фактор риска развития неалкогольной жировой болезни печени. Чем больше мы двигаемся, чем больше у нас мышечная масса, тем меньше риск развития ожирения печени. Потому что печень – это уникальный орган, который практически, ну не то что практически, он ни на секунду не останавливается. Компенсирует всегда все процессы. Печень работает постоянно. А все, что мы съедаем, все белки, жиры и углеводы, она метаболизирует в те вещества, которые нам необходимы. Если мы едим чуть больше, соответственно, она будет откладывать жир. Если мы едим недостаток, она будет метаболизировать наши жировые, в том числе... И брать из запасов, да, что-то? Ткани, да, и, соответственно, помогает нам уменьшать нашу массу. Поэтому, ну, это, наверное, уже ближе к тактике лечения, ведения жировой болезни печени. Да, Леонид, ну, вы опытнейший гастроэнтеролог, да, но, тем не менее, кажется, подтвердите мне, да, такую вещь, как все-таки вот жировой гепатоз, он часто протекает практически бессимптомно. И вот я в плане исследования. Вот как можно все-таки диагностировать его, да, это жировой гепатоз? По каким признакам и что может навести вот, да, и врача, и медицинского работника на то, что вот человеку действительно нужно дать какие-то советы по предотвращению вот жирового гепатоза? Это очень хороший и правильный вопрос, потому что редко люди непосредственно идут проверять функцию печени. И сейчас мы очень много слышим о заболеваниях печени. Каким образом диагностировать? Ну, прежде всего, рутинно при медицинском осмотре, профилактическом, при диспансеризации, что прежде всего берется? Тут опять же к этим процессам подходим, да. Биохимические анализы крови. Самые обычные стандартные анализы. Холестерин и сахар, да. АСТ, АЛТ, показатели, которые говорят нам о функции печени, билирубин, это сахар и холестерин. То есть все это вместе позволяет нам заподозрить заболевание печени. Если есть отклонение в каком-то показателе, то, естественно, доктор направляет на следующий этап и проводится УЗИ брюшной полости. Да, на второй этап уже делается. И на УЗИ брюшной полости чаще всего уже и описывается состояние печени. Это самый простой, но очень действенный, всемирно признанный метод скрининга. Это обычное ультразвуковое исследование брюшной полости, во время которого доктор хорошо увидит количество жировой ткани в печени, наличие, возможно, участков уже регенерации, насколько печень сохранна, ее размеры. Все это очень важно. Калибр сосудов, когда в последующем есть необходимость при направлении к гастроэнтерологу. То есть нет ничего сложного. Это биохимические анализы и ультразвуковое исследование. Если есть такая необходимость, то уже специалист дальше назначит какое-то дообследование. Возможно, это есть сейчас неинвазивные методы оценки неалкогольной жировой болезни печени. Есть такие шкалы, использующиеся в клиниках, которые мы тоже лабораторно можем высчитать. Индекс статоза, индекс статогепатита, индекс фиброза. То есть это позволяет нам прогнозировать и определять тактику ведения. Но опять же, вот тоже этиологические факторы, которые тоже приводят к жировому гепатозу, да, вот такие, ну, мы их уже назвали, это вот низкая двигательная активность, нерациональное питание и так далее. То есть есть такой метод при диспансеризации, как анкетирование, такой хороший рутинный метод, да. Опять же, он может натолкнуть тоже медработника, опять же, вот, да, в плане подозрения, что у человека может такое быть. Конечно. И уже проработав эти факторы риска, да, уже в дальнейшее развитие жирового гепатоза в какой-то степени уже предотвратить, правильно? То есть, безусловно. Ну и сразу же, когда человек приходит на прием, да, доктор сразу индекс массы тела и наличие абдоминального ожирения. То есть вот тот жир, который на животе, тот, о котором постоянно говорят кардиологи, что это фактор риска, обязательно измерять окружность талии. Вот этот жир, который на животе, вот практически мы как говорим, размер нашего сердца – это размер кулака, ну так попросту, да? А вот количество жировых клеток в печени может коррелировать с жировой складкой на животе. Ну это так очень грубо, но подчас нутрициологи тоже используют это определение. Почему? Потому что подкожная жировая клетчатка, естественно, если она очень сильно развита, значит, достаточно много висцерального жира. А висцеральный жир – это жир в ткани печени. То, что касается вот худых, потому что тоже это безусловно. Сейчас очень много
молодых людей и барышень с низким индексом массы тела, очень худеньких, астеничных, у них тоже есть фактор риска, потому что такой индекс массы тела говорит, опять же, о низком, недостаточном развитии мышечной ткани, это первое. И второе, скорее всего, есть проблемы со стороны щитовидной железы. То есть обмен веществ уже нарушается. Конечно. Угу. Щитовидная железа – это тот регулятор, тот дирижер, от которой зависит и функционирование печени, и функционирование всех органов и систем. И, естественно, если есть сбой со стороны щитовидной железы, будет... Даже сейчас говорилось на последнем конгрессе, что гипотиреоз, субклинический, как мы говорим, то есть недиагностированный, который в настоящий момент никаким образом не проявляется, угу. он является фактором риска развития стеатоза печени. Угу. А мы живем в том регионе, где дефицит йода. Поэтому не случайно у нас йодированная соль, угу. у нас хлеб тоже всегда был йодированный. Кисломолочные мукой, продукты. Кисломолочные угу. продукты. То есть была профилактика нарушения работы щитовидной железы и, соответственно, профилактика нарушения работы печени. И угу. то, что касается питания, мы всегда говорим правильное питание, рациональное питание. Что это? Ну, по сути, я всегда говорю, не надо ничего изобретать велосипед. Человека должен быть завтрак, обед, ужин. Не надо есть по 7-8 раз в день. Это категорически неправильно. Должно быть 3-4 приема пищи, то есть это несколько основных, возможно, какие-то перекусы. Угу. То есть, ну, даже будем смотреть, например, на детей в садике или в лечебных учреждениях, всегда есть либо второй завтрак, либо полдник. И что-то перед сном в 8-9 вечера, за 2 часа до сна, стакан кефира, например. То есть вот это и есть рациональное питание. То есть полноценный завтрак с сложными углеводами. То есть это чаще всего каши мы на завтрак едим. Конечно, желательно, чтобы они были без сахара. Это мы уже подходим к тому, чем и лечиться. То есть, по сути, это пятый стол для печени. Это гипокалорийная диета. Угу. Это тот режим приема пищи с уменьшением количества животных жиров. Мы преимущественно даем растительные жиры, убираем легко усвояемые углеводы. То есть, по сути, это сахар самый простой. То есть сладости мы уменьшаем, уменьшаем конфеты, булки, вот ну, так по-простому. Убираем фастфуд, газировки и завтрак, еще раз возвращаясь к этому, желательно, чтобы это была каша, возможно, с фруктами, если кто-то хорошо переносит. Кусочек сыра обязательно. То есть желательно, чтобы был полноценный обед, это первое, второе блюдо. Ужин – это чаще всего либо рыба, либо мясо, кто что больше предпочитает, и овощи в достаточном количестве. То есть, по сути, это все то, что мы действительно, каждый из нас может сделать, и так было всегда. И если мы немножечко вернемся назад, ведь когда ну, мы учились в школах, скажем так, и работали в столовой, тогда в то время еще советские, то есть именно такой рацион и был. Именно такой рацион прививался. С появлением вот кафе быстрого питания, вот эти бургеры, плохого в них ничего нет. Котлеты и кусок хлеба. Но вот этот перехваченный на бегу бургер, запитый холодной газировкой, понятно, что жиры не расщепляются. Так человек через несколько часов захочет есть в два раза больше. И он через несколько часов побежит взять что-то еще подобное. Кроме того, наличие картошки фри. То есть, опять же, это картошка, жареная в масле, чаще всего ну, неоднократно использованном, это содержит уже трансжиры. Это не столько жировая болезнь печени, это повышает риск развития опухолевых болезней. То есть по возможности отходить вот от этих перекусов. Ну, если край хочется вот, почувствовать вкус какого-то бургера, ну, это может быть раз в месяц. Ну, для кого-то, кого это такая выраженная зависимость, раз в неделю. Но это не должна быть система. Это не должно быть так, что... Я знаю действительно таких людей, которые ежедневно ходят за бургерами и говорят о том, что это их полноценный обед. Да, это люди с избыточной массой тела, и они от этого страдают, но пока они еще не испытывают заболеваний. Через 3-5 лет у них возникнет весь букет метаболически ассоциированного синдрома, потому что сейчас и говорим стеатозная болезнь с метаболической дисфункцией.
Это достаточно сложно воспринять, кажется, очень сложный термин. А по сути, это ожирение печени, которое уже связано с повышением сахара, с повышением артериального давления. Не бывает одной жировой болезни печени. Жировая болезнь печени, она чаще всего связана с поражением других органов и систем. Поэтому мы и бьем тревогу. То есть практически у каждого третьего, пока будем говорить об официальной статистике, у каждого третьего есть жировая болезнь печени. Значит, каждый третий находится в риске развития сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому, потому что жировая болезнь печени предшествует развитию всему остальному, мы и говорим, нужно вовремя ее диагностировать и предпринять меры, чтобы в последующем не развились тяжелые сердечно-сосудистые болезни. То есть вот мы подошли уже к тому, что к чему может привести жировой гепатоз, если его не корректировать, да, не корректировать факторы риска, не лечить его. Вообще нужно лечить или не нужно лечить? Но получается, тут вопрос самим собой отпадает, да. По крайней мере, то, что вот сейчас вы перечислили, это нужно делать, да. То есть вот прийти к рациональному питанию, к нормальной двигательной активности, да. А в плане препаратов надо что-то вот, бывает такое, что коррекция? Или там от стадии зависит, от развития? Безусловно. Самолечением заниматься не нужно. Если есть такая проблема, лучше посоветоваться с доктором. Это всегда терапевт, это участковый терапевт, это врач общей практики. Если есть такая необходимость, он направит к гастроэнтерологу. Потому что в рамках жировой болезни печени есть просто ожирение печени, статоз, есть гепатит, а есть уже затем фиброз и цирроз печени. И если мы говорим о самой ранней стадии жировой болезни, терапевт, конечно, как вот о чем мы и говорили, он посмотрит анкету, он посмотрит анализы, он назначит простые, даст простые рекомендации, назначит простые препараты, все будет направлено на изменение образа жизни. Если процесс зашел уже дальше, если мы сталкиваемся со статогепатитом, то есть, по сути, это гепатит. Он может быть и смешанный, потому что, даже... Если человек несколько раз в неделю выпивает алкоголь, опять возникает вопрос, какое количество алкоголя он выпивает. То есть кому-то кажется небольшим и, я не знаю, полбутылки водки, а кому-то это все очень индивидуально. Потому Конечно. Что каждый раз есть норма потребления алкоголя, условная норма. Потому что, в принципе, алкоголь не полезен никому. Но если у человека уже есть фактор риска, и одна рюмка для него может быть эквивалентна то, что для другого будет практически целая бутылка водки. Потому что все зависит от нашего метаболизма и от состояния нашей печени. Поэтому дать стопроцентный вот такой рецепт для всех невозможно. Это должна быть, конечно же, консультация доктора. И мы назначаем препараты, которые помогают восстановить обменные процессы, препараты, которые восстанавливают функцию печени, и даем те препараты, которые, по возможности, которые предотвращают развитие фиброза и цирроза печени. Но самостоятельно пить лекарственные препараты и БАДы категорически нельзя, потому что они могут усугубить те нарушения, которые уже есть в печени. Все это должно быть индивидуально. Не потому, что по телевидению идет реклама того или иного лекарственного препарата, или потому что сосед или бабушка пьет какой-то прекрасный лекарственный препарат. Причины у всех разные. И мы все Конечно. Разные. Поэтому, естественно, лечение у каждого из нас будет разное. Но вот очень важно сказать, что если действительно есть избыточная масса тела, то с уровнем доказательности 1А, то есть это абсолютно достоверно, снижение массы тела на 10% ведет к уменьшению жировой дистрофии печени. Но это не должно быть так. Я пошел в зал, я перестал есть, я за неделю скинул 5 килограмм, а потом я опять все наел. Здесь ставка идет на то, что этот процесс будет стабильный, то есть стабильное снижение массы тела и не быстрое. Это не более 0,5, максимум 1 килограмм в неделю. Быстрее нельзя. Если худеть быстрее, это удар по печени. То есть поэтому я всегда говорю, что все должно быть индивидуальным. Ну вот уже заикнулись об этом, да, Дарья Леонидовна. Вот по физической активности, да, вот занятия спортом, физическая активность. Я понимаю, что все индивидуально, конечно, и зависит от выраженности жирового гепатоза, жировой дистрофии и так далее. Но все-таки вот какие виды нагрузки можно давать, да, в спортивные залы, что допускается, что не допускается. Может быть, даже там мужчинам одно, там женщинам другие какие-то виды нагрузок, да, здесь есть какая-то вот разница тоже?
Ну, прежде всего, это рекомендации, опять же, не мои, это рекомендации Всемирной ассоциации. Это то, что из многочисленных рандомизированных исследований, это должна быть физическая нагрузка, желательно, связанная с прогулками на свежем воздухе. То есть человек должен не просто в зале работать, но он обязательно должен и дышать свежим воздухом для того, чтобы ускорить метаболический процесс в своем организме. Это прогулки на свежем воздухе 30 минут, вот, да, вот эти как раз? Ну, вот. Безусловно, это нужно каждому из нас. Если есть возможность не поехать на машине, дойти пешком, лучше пройти пешком. Поэтому мы говорим про изменение образа жизни. Плавание, безусловно. Полезно, это, да, тоже очень? Конечно. Лыжи – это безусловно полезно, потому что все, что помогает нам укрепить мышечный каркас позвоночника, да, это помогает нам, естественно, сформировать мышцы брюшного пресса. А формирование мышц брюшного пресса ведет к уменьшению висцерального жира. Поэтому сказать относительно спортзала – это все очень индивидуально. Кто-то прекрасно переносит кардио-тренировки, а кому-то они достаточно тяжелы. То есть здесь в залах тоже есть и тренер, который всегда может помочь и по уровню подготовки, по выносливости сможет как-то дать какие-то рекомендации. Но не зря существовали нормы ГТО. И была именно физическая культура, это были зарядки, в том числе и производственные пятиминутки. Мы все прекрасно помним, и даже сейчас смотрим старые фильмы, мы видим, что утром делали зарядку под радио, то, что на работе тоже, или где-то в школе делали такие перерывы. Смысл в регулярной физической нагрузке. Пойти один раз в неделю в зал – это не решение проблемы. Если нет такой возможности, пусть это будет ежедневно, но небольшая физическая нагрузка. Считается, что достаточно 30-40 минут интенсивной ходьбы в день ежедневно для того, чтобы запустить метаболические процессы, которые помогут уменьшить жировую дистрофию печени. Да, Леонидовна, ну вот еще такой вопрос, что жировой гепатоз, да? Вот все-таки я хочу, чтобы наши зрители еще раз важность диспансеризации. Мы вот уже пару раз с вами подчеркнули это, да, что это действительно выявляет, действительно предупреждает. Я хочу, чтобы телезрители наши услышали о том, что к чему может привести невыявление жирового гепатоза на ранних стадиях. Да? Вот прям какие осложнения вот со стороны, ну, сказали, сердечно-сосудистой системы, да, там может быть и гипертоническая болезнь, да, да, ишемическая болезнь сердца. Со стороны желудочно-кишечного тракта, то, что вам близко, вот как гастроэнтерологу, к чему может привести вот грозное осложнение? Ну, вы вскользь уже сказали об этом, да, вплоть до онкологии даже, да, но все-таки вот... Ну, если мы будем говорить, все-таки жировая дистрофия печени, жировая болезнь, ее не бывает изолирована. Уже говорили, что это комплекс метаболически ассоциированных болезней. То есть, если мы будем говорить о том, что вовремя не диагностированный жировой гепатоз, он перейдет в гепатит, и потом есть риск формирования фиброза и цирроза печени. Это со стороны органов пищеварения. И, опять же, нарушения, те, которые человек может испытывать при жировой болезни печени, то есть мы подразумеваем, что у человека есть избыточная масса тела, появляются диспептические явления. Что это? По-русски просто. Это изжога, чувство тяжести, переполнения. Это то, что заставляет нас задуматься о том, что, наверное, все-таки есть уже какие-то проблемы, достаточно большое количество жировой ткани в области диафрагмы и вот тот висцеральный жир, о котором мы говорили, абдоминальное ожирение. Это проблема со стороны кишечника. Начинают появляться запоры. Запоры – это тот звонок, который говорит, что есть дисбактериоз, и флора та, которая способствует формированию жирового гепатоза и гепатита. Это со стороны органов пищеварения. А запоры, соответственно, повышается риск развития рака кишечника. И мы говорили неоднократно и с онкологом, я думаю, что в этой аудитории тоже говорили, было. О раке кишечника и раке желудка. Сейчас, да. И рак кишечника выходит на первое место, да, на сегодняшний, да, момент. И недавно было проведено исследование, которое показало, что если женщина за 10 лет прибавляет два размера, скажем так, у нее повышается риск развития молочной железы, риск развития рака молочной железы и гениталий в несколько раз. То же самое и с кишечником. Если у человека повышается индекс массы тела,
он повышает, повышается вес в геометрической прогрессии стремительно, повышается в первую очередь риск развития рака кишечника и потом уже других зон. То есть на сегодняшний момент это действительно та проблема, которая нас заставляет встречаться и говорить об этом. Потому что печень, если вовремя не диагностировать и вовремя не остановить процесс, количество жировой ткани в печени становится все больше, печень, естественно, не справляется со своей нагрузкой, страдает функция, появляются другие проблемы. Достаточно часто возникают проблемы, в том числе и в половой сфере, прежде всего, у мужчин. И с нервной системой тоже, наверное. Ну, и с нервной системой, это уже, скажем так, на далеко зашедших стадиях. Но это то, что человек начинает беспокоить, и не всегда он понимает, в чем изначально была причина и следствие чего все это. И на сегодняшний момент все наши гастроэнтерологические конференции, их всегда посещают эндокринологи и андрологи, потому что на сегодняшний момент это огромная проблема. Мужское бесплодие – это очень часто следствие и неправильного образа жизни, и, к сожалению, вот той эпидемии ожирения, с которой мы на сегодня столкнулись. То есть как раз тех факторов риска, которые приводят к жировому гепатозу, да, непосредственно, да? Да. Дарья Леонидовна, ну и уже по традиции в завершении нашей программы какие-то добрые пожелания вот нашим зрителям и в плане профилактики жирового гепатоза, и вообще как от гастроэнтеролога, и как вообще от врача. Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что не нужно бояться болезни печени. Печень очень благодарный орган. Если ему помочь, не мешать. То есть мы делаем хотя бы первые шаги. Функция печени может и должна восстановиться. Поэтому мне хотелось бы сказать, уважаемые зрители, не нужно бояться прийти к доктору, не нужно бояться обратиться за медицинской помощью. Нужно обязательно помнить о диспансеризации и медицинских осмотрах, потому что это то, что на сегодняшний момент дает нам возможность своевременно, вовремя диагностировать и вовремя провести лечение. Поэтому мне хотелось бы прежде всего пожелать всем здоровья, хорошего настроения в эти осенние дни. Ну и всего самого наилучшего. Спасибо большое, Дарья Леонидовна. Спасибо. Такой продуктивный, хороший разговор получился и позитивный. Спасибо, спасибо большое нашим телезрителям. Я всем желаю здоровья, удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Танцы – это мой ритм жизни. Мне не просто нравится танцевать. Я каждый раз проживаю целую историю. Я счастлива. В каждом моем движении заложен смысл. И мне хочется передать все чувства и эмоции танца другим, научить других также радоваться каждому движению, получать удовольствие от самого себя в танце. Вместе с нашими ребятами мы делаем постановки, в которых продумано все, начиная от музыки, заканчивая выбором костюмов. Это целый мир, яркий мир. Ради него стоит жить.